Красивые кастрюльки. 329 гривен. Все свои. Разные кружки. 22 гривны, 31. Какой формы интересные. Это 54 еще. Только разных кружек. Салатница стеклянная. Кремовки. Что-то как-то более все компактно все-таки. Красивые стаканы. 37 гривен. 22 гривен. Что я уже не помню цены, какие были в той позе. Это более компактнее, все понятно. Все в одном месте находится. Все компактно, понимаешь, все понятно, и все в одном месте находится, и выбор такой же. Ассортимент товаров. Просто не накидано как-то. Такие вот мысочки. 22 гривны. Кастрюльки. Классная. Крышка тяжелая такая. 300 гривен. 340. 550. Чем они отличаются? Классная. Классные баночки для сыпучих. Интересненькие. Тоже на любой вкус. Даже для жидкого чего-то там. Масла какого-то. Для молока. Вот такие штучки по 84 гривны. Стекло. Вот такие интересные. Ой, как всего на вид открывается. Сейчас на вид открывается. Тоже баночка для сыпучих. 190-167 гривен. Тоже более интересненькие. Железная. Тоже 102 гривны. С разной на любой цвет и вкус. Это уже пластмассовая. Угу. Нормально. При падении, в случае чего, не разбилась. Уже смотри, все в одном месте. Каждый ряд. Ты взял вот судочки здесь. Взял судочки. Блюдо ложить. Ой, какие красивые кастрюльки. 400 гривен, 500 гривен. А какие же они милые и красивые вообще. Красивые. Ложки такие железные. Как интересно. Коврики под горячее. Даже по 16 гривен есть такие. Досточки. Подносы. Тут уже разные чайнички. Ого, 750 гривен. Чайничек. Что-то очень дорого.
такие железные, вообще махонькие. Сковородки. Что-то меньше 300... О нет, вижу, за 230 гривен салатово. А все остальное по 300, 400, 500. Вот такая сковородка. Хамелеон. 278 гривен. Или вот ее цена. Ага, 530. 278 тоже другая. Ну, классно. Интересно, вот это покрытие, наверное, дольше служит, чем такое. Ну и цены, конечно, тоже поболее у них. Вот это с красивой деревянной ручкой. Или как под дерево. Ого, 860 гривен сковородочка. Даже отдельно можно крышку купить для кастрюльки или сковородки. Тут терочки, досточки, сковородки. Такая чугунная огромная. А что это? Это вниз повернуто. Ой, такая, наверное, классная. На гриле. Ого, какая она тяжелая. Что я такой не хочу сковородку. Это 650 гривен такая. Вместе с крышкой. Ну, так кажется, что это покрытие хорошее. Дольше будет служить. Или это мне только так кажется? Такие вот интересные штучки стеклянные. В них выпекать можно. В духовке разогревать. В микроволновке выпекать что-то в духовке. Тоже по 300, по 400 гривен. И тут формочки разные для таких вот кексов. Тоже 375, 180. Ой, какой цветочек получается. Новогодние формочки. Сердечко. Здесь такая была форма. Пропала. Они, да, недолго служат такие формы. Одноразовые вообще можно брать, выпекать. Почем они? 37 гривен. Да, вот разные кисточки. Чтобы смазывать сковородку, и потом можно сверху на выпечку яичком мазать. Мешалочки всякие, тоже формочки для печенюшек, ситочки, скалочки. Такие интересные. По 52 гривны бумажные. Пока не знаю, что это. Что-то тоже, какие-то фигурки, наверное, можно придавать. Нарезочка какая-то там. Здесь много чего такого. Вот, смотрите, какие ножи. И разная у них рукоятка. Ножики для чистки овощей, фруктов. Очень удобно, картошку, наверное, тоже. Он прикольно. Рукоятка вообще классно, удобно держать. Что надо такое придумать? Вот такие. Сколько? 37, 49. Блин. Вот тоже разные ножи. Разная ценовая категория. И вот прикольные, судя по всему, это чтобы чистить картошку. Вот такой вот формы нож. Интересно.
Есть ножи, которые вообще большие. Ножницы, чтобы резать. Можно отдельно ложечки купить. 233 гривны. Интересно, что это за ложка такая? Не знаю, для чего такие ложки. А, топорик. Ты видел, какой формы нож специально для картошки? Посмотри, какой он формы. Такой? Да. Тут разные мешалочки. А нам, кстати, ничего не надо такого. Черпаки, мешалки. Все, что хочешь. Идем, идем. Смотри, даже отдельно плита, видишь, такая продается для блинчиков. 530 гривен. Смотри, 350 гривен чайник такой стеклянный. Почти на 2 литра. Сюда максимум можно заливать. С подсветкой. Ну, красиво. Я даже не знаю, дорого или недорого это для чайника 350 гривен. Нормально? Все, вот так Фози выглядит здесь на Счастливом. Это все более компактно в одном месте. Все правильно разложено, привлекательно. Тоже фен, мультиварки. Тоже разные. И по 2000. О, 699. Такой, как у нас, нету. Ну, у нас такая микроволновка уже динозавра. Наверное, таких уже и не выпускают. Тоже какие хочешь микроволновки. Даже телевизор можно купить. Тоже фены. Блендеры. Это оно только сбивают, получается, и все, больше ничего не делает. 699, но можно сбивать что угодно тоже, да? Ну, блендер. Ну, блендер. Что угодно. Даже кофе нарисовано, что кофе можно помолоть там. 699, ну, 700 гривен, считай. Вон есть даже за 517. Такой разной формы. Интересно. Вот бутербродницы, тостеры. Интересные. Тоже по разным ценам. И за 444. Такая самая дешевенькая. Нет, вот, еще дешевле. Сатурн. Ротекс. Махонькие. Что такая? А у нас какой фирмы бутербродница? Вот это как-то похоже, но это такая что-то дорогая. У нас Аврора. У нас Аврора. Наверное, в 3 раза дешевле. Ну, когда-то было, да. Микроволновки разные. Или это печки уже? И печки, и микроволновки, да? 2000, 1500. Печь. Уже как печь. О, курицу гриль, да, готовить? Идем, мужики, да ему выберем. Тоже одежка разная, шляпки, футболки, трусики, лифчики, тапочки. И все в одном месте. Носочки, колготы, очкуляры, кепочки, еще труники, панталоны. И какие прикольные. Вот такие ему, хай растягивает. 42-й,
кеды разные. Такие не ему. Почему же синенькое что-то? Что обязательно такие, как у тебя? Ой. Это не подорожали или цены те же? Это надо смотреть, какой из них какой. Вот сложно, кеды разные. Даже джинсы продаются. Женочи 380. Человечи 380. Все меряется на месте. Это не прикольно смотрится на ноге. А поверни боком ногу. Так они классно вообще смотрятся. Бери себе лучше такие. А папе там резиновые. Уже возьмем. Это очень большие. 41-е большие или это 43-е? Я же меряю, да. Это аренду кому надо. Так вот выглядит. Не очень большая, но тем не менее все как-то так комфортно и грамотно расставлено. Если отдел шампуни, то это отдел шампуни, кремов, мыльно-рыльных. Там дальше моющих средств, мыло. Они раскиданы непонятно как. Ну это я сравниваю в фозе, которая на Вишневой, и здесь. Это, конечно, намного лучше. И выбор как-то кажется больше. Все на своих местах и более привлекательный вид имеет. Цены, наверное, такие же все-таки, как и в той фозе. Красочки. Что мне краску купить? Вот. Пользуюсь краской палет. Самая нормальная краска для меня. Вот. Темный шоколад. Вот я такую я буду. Гарно, аж капец. 45 гривен. Нормально, самая нормальная краска. Себе такую я нашла и не пользуюсь. Что-то с Сиусом мы не подружились. С Лореалем мне очень не дружу. А палет для моих волос очень даже подходит. Ну, так вот все расставлено по рядам. Аккуратненько, красивенько. Тут детские игрушки. И мягкие игрушки классные, огромные такие. И цены такие тоже. Капец. Здесь всякие принадлежности. Нам нужно что-то для кухни? Что-то сегодня как-то людей так много. Неужто выходные? Что они набежали? Ты туалетку такую купил, как в той фозе мы покупали, да? Да? Вот себе палет для окрашивания всяческих. Очкуляры. Я люблю очки. Я люблю очки. Красные. Если бы могла, их коллекционировала. Как Элтон Джон. Все. А это отдельно продовольчие товары. Вот так вот выглядит отдел овощей. Картошку хоть мешками можно брать. Ну, кстати, капуста нужна.
орехи, семки. Сейчас фасованы. Персики. Ну, какой персик красивый. 34 грамма. Овощи. Сколько-то людей набежало. Уже расфасованы салаты, грибочки. А где мой кучерявый вкусный салат? Вот такой. Персики. Белый лебедь. Такие огромные. Не первой свежести, но, блин, я не пробовала. Надо попробовать. Тут тоже. Это элит. А, элитный. Да, но цена такая. Цена такая же. Что, элитный будем пробовать персик? Игрушки. Ну, как бы выбор понятный. Такой. Обыкновенный просто выбор. Ничего экзотического. Персики. Какие красивые вообще, посмотри. Вот этот персик. Ну, пока доедем, они будут мягенькие. Они черненькие, бархатные. Вот кулечки взяла. Разная картошка. Молодая. Подеет. Сейчас такая страшно, что выглядят как не молодая. Как потрепана. Это же шелуха облазит. Да надо хотя бы 2 килограммчика, что ли, домой взять. Ну, как с потрактора. Там орешки. Смотрим, орешки. Это кукуруза для попкорма. 53 гривны. За килограмм. Арахис 72. Арахис шелухи 48. Кунжут 93. 110 мак 41. Что фасоль? Неожиданно фасоль. Фисташки. Ого. 162. Миндаль 386. Арахис 571. Фасоль. А что там делать фасоль? Семечки 106. Семечки 38. Фундук 318. Кеши 529. Кокосовая стружка. Это цукаты. Как-то ненатурально так выглядит. Сумеш Горихова 456, изюм, фундук смаженный 456, какая-то, а, сычевый, сейчас сидит уже мало там, и кешью смаженный 569. Ой, вот эти классные штучки. Вот, сычевый, вся зелена. Финики. Финики такие, финики всякие. Сушеный банан. Непонятно. Такое тут все разное. Ой. И там что-то интересное. Тут даже есть в таких вот маленьких упаковках. 80 грамм. 39,86 гривен. Это фундучок. Это смесь непонятного происхождения. Не знаю, сколько им тут лет. Может, они уже давно тут стоят. Тоже что-то такое. В чем-то орешки. Наверное, вкусно. Если срок годности не прошу. А здесь отдел зелени. Так, это селеро, стебло. Цибуля парей. Рукула с рукула. Вот уже порезанный, расфасованный салатик. Разные цены. 200 грамм. Салат вива. Класс. Вот этот лохматый салат очень нравится. Вот. Ага. Давай где побольше бери. Ну, этот такой повялый какой-то. Грибочки разные.
Ой, какие интересные грибы, слушай. Гриб... Герицей. Герицей. Ого, а что с ним делать? Смотри, оно как там лохматое такое. Смотрите, какие интересные грибы. Ого, вообще. А что ж с ним делать? Погнали, загадка далее. Природы. Шампиньончики разные. Авокадо. Возьмем авокадо. Нет? И манго не возьмем. Ой, кумкват. Кумкват. Боже, а что оно такое? Как цитрусовый. Ого! 354 гривны. За килограмм. А. Да. За такую коробочку 40. 31 гривна. А там 46. Как такое? Вот это я вообще не понимаю, что с ним делать. Соусы какие-то интересные. Больше всего мне бутылочка. А, соус Цезарь. Слышишь, соус Цезарь, не хочешь? Соус заправка для салатов. Класс. Смотри, заправка для салатов. Я бы себе бы наконец-то бы салат смогла заправлять. Какой ты хочешь? Ну, я не знаю, Цезарь, может... Есть Цезарь, есть йогуртовый, есть с медом тажировый. То можно хотя бы просто йогуртовый взять. Чи Цезарь взять. А возьми Цезарь уже тогда. Ну, давай. Сроки. Посмотри, 5.07, это дата выробництва. А, вот кокосы есть. Сыры уже разные. Кстати, не так-то дорого, 41 гривна. Фори у нас подороже будет. Но я хочу эдегейский сыр найти. Сулугуни и моцарелла. Это, наверное, еще один. Да, наверное, одену. Чтобы больше такие, нарезочку. Разные сыры. Вот еще сыры. Вот. Эдегейский сыр. 44 гривны. Нормально. Вообще. До октября месяца. Да, вообще. Шара вообще. Ты себе йогурт, ничего, сыр какой-то вообще домой будем брать. Что за жлоб? Сыр-крем, слышишь, на хлеб намазывать 58 гривен. Сыр-крем. Давай попробуем взять. Уже его так мало. 150 грамм на один зуб. Он 98 гривен на два зуба. Сыр в таких колбасках. Слушай, прикольно как. Только ради упаковочки, да? Можно брать. Это сыр. Сыр. Бангир. А что это такое? Сыр гран-бираки. Ничего себе. Сыр такой же нарезанный снеками. 5 штучек. 102 гривны. Нежный сливочный сыр. Очень нежный. Это сыр. Это он с черной плесенью или что это? Как это понять? Такой вот. Ой. Спроси. Покажи. Красиво. Тартар. Уже что только не придумают. Лёш, успеем, успеем. Что, куда бежим вообще? Классно вот этот, наверное, сыр. Воды туды-сюды. Так хорошо. Моцарелка для салата. Я вообще моцареллу, я не помню, чтоб я пробовала. Ты не пробовала моцареллу? Ну что, в пицце разве что моцареллу? Ну и как? Не знаю, я там не распробовала. А тут она маленькая в этих. Может взять попробовать для салата? Ну давай хотя бы на пробу сделаем салат. Че шо, че ты зажал? Че... Возьми мне тогда другой сыр. Это дорогой сыр. Карабань. Нам надо аурич. Вот это карабань.
Ну, какой-то сыр Кастелли. Побольше. Маскарпоне. Можно. Маскарпоне это. Ну, а фирма Кастелли. Это тот, который в этом. В чем? Что с ним делают? Этот, чизкейк. Ой. Ой, наверное, вкусный. 260. Там нам ничего не надо. Смотри, вот тоже. Еще вот столько, много всего. По всяким секциям. Там дальше еще в нарезку сыры, там мясные продукты, соки, воды. Дальше пиво, вина. Нам надо вода. Такие арбузы огромные продаются. Отдел пива. Не знаю, что мы сюда пошли. Разного пива. Ну а что, да, тянется там вина, шампанское, коньяки. Еще дальше пиво продолжается. Вода. Много секций на жидкость такую разноалкогольную и неалкогольную выделено. Вода. Что, куда идем? Тут консервы, соуса разные. Вермишель. Тут разные вермишель, мивины, роллтор, какой хочешь. Разные сыпучие. И с бабочками не вкусненькие. Я бы себе бы такой взяла, приготовила. Вон, смотри, какая махонькая, с звездочками. Да, навряд ли. И так можно.